Крош, а давай отправимся в путешествие на край земли. Эх, ежик, мы уже там были, помнишь? А если устроить погружение в подводной лодке? И это делали. Ежик, все в этой жизни уже попеределано. Я просто не знаю, что будут делать те, кто придет после нас. Ведь даже нам уже делать совершенно нечего. Вы чего кислые такие? Порох закончился? Ракеты, что ли, сломались? Так чего скучные-то? Запускать не хочется. Они вот этой кнопочкой запускаются, да? А почему не хочется запускать? Ну вот запустим мы ракеты. Они полетят и во что-нибудь врежутся, все рассердятся, начнут кричать: Крош, ежик, а ну-ка чините то, что вы поломали. Все же заранее понятно, что будет. Скучно. А может, ракеты полетят и ни во что не врежутся? Тогда еще скучнее. Все известно наперед. Неизвестно только, что это за дым там поднимается. Странно. Откуда дым там, если мы здесь? Лосяш, ты зачем это делаешь? Друзья мои, вы присутствуете при историческом моменте. Я прощаюсь со старой жизнью и с понедельника начинаю новую. Никаких бутербродов за чтением и сна до полудня. Рано или поздно наступает момент, когда необходимо начать новую жизнь. Да? И когда же он наступает, этот момент? Ну, например, когда ты понимаешь, что набрал лишний вес. Или, допустим, ты переделал все, что мог в своей жизни, а новые дела никак не находятся. Ну-ну, и что тогда? И все. Берешь и начинаешь новую жизнь с новыми делами. Вот, например, я сегодня нахожу этот бутерброд вкуснейшей едой на земле. А с понедельника все. Даже смотреть в его сторону не захочу. А почему с понедельника? Ну, потому что надо тщательно подготовиться к новой жизни. На эту подготовку и нужно употребить остаток старой жизни. Так-так, ежик, с понедельника нас ждет новая прекрасная жизнь, новые интересные дела. Крош, мне, в общем, нравилась наша старая жизнь. Я к ней привык. Нехорошо так вдруг взять и бросить, не попрощавшись. Поэтому мы должны с ней как следует попрощаться. Так, до понедельника еще куча времени. Целых 2 дня. Мне кажется, что на санках все-таки лучше кататься зимой. Но в этой жизни у нас зимы уже не будет. Зима придет в новой жизни, когда мы, конечно, уже не захотим кататься на санках. Так что выбора у нас нет, ежик. Крош, ты где? Я тут. Ага. Поздравляю, ежик! Ты забил потрясающий гол в свои ворота. Я в темноте ничего не вижу. Давай лучше играть в футбол утром. Некогда, ежик, некогда. У нас еще уйма непеределанных дел. Да, жалко, что сегодня еще только воскресенье. Новая жизнь нам сейчас не помешала бы. Крош, давай мы для начала как-нибудь утвердимся в этой жизни. А то, когда придет время для новой, начинать ее будет некому. Некогда утверждаться! Мы и так не успеваем все переделать до понедельника. Значит, придется делать все дела одновременно. Теперь же будет все иначе, иначе будет все теперь. Не будет чай такой горячий, не скрипучий, будет дверь. Ты хочешь стой, а хочешь стой, хочешь просто так убить. Тогда я новая жизнь, новая жизнь, новая жизнь. А теперь же будет все иначе, значит все наоборот. Кто раньше пел, теперь заплачет, а кто плакал, запоет. Ты хочешь прыгай, хочешь бегай, хочешь к доктору ложись. Новая жизнь, новая жизнь, новая жизнь, новая жизнь, новая жизнь, новая жизнь, только держись. Теперь же будет все иначе, иначе будет все теперь. Не будет чай такой горячий, не скрипучий, будет дверь. Ты хочешь что, я хочешь ванной, хочешь просто так жить. Такая новая жизнь, новая жизнь, новая жизнь, да. Теперь же будет все иначе, это точно не обман. Еще вчера ты мальчик-пальчик, а сегодня великан. Хочешь что, я хочешь ванной, хочешь просто так жить. Паня, какой сегодня день? Понедельник сегодня. Понедельник? Ежик, ты слышишь? Очнись, ежик! Новая жизнь! Что? Она уже началась? Началась, ежик. Новая жизнь уже началась. Совсем другое дело. Скажи, ежик, как круто все вокруг изменилось, да? Стало как-то объемнее, что ли, ярче? Определенно, этого нельзя не заметить. И теперешний бадминтон совсем не тот, что раньше. Небо и земля. Прошу простить, что вмешиваюсь, друзья мои преображенные. Но вы что же, всерьез считаете, что начали новую жизнь? Ну, то есть как это считаем? Мы так считаем, потому что так оно и есть. Признайтесь, вы просто решили притвориться, что новая жизнь удалась, в то время как на самом деле все осталось по-старому. А сам-то ты начал новую жизнь? Говорил. Бодрый спорт. Угу. Никаких бутербродов, говорил. Я, по крайней мере, не притворяюсь, что у меня все получилось, когда ничего не получилось. Надеюсь, что со следующего понедельника я начну более удачливую новую жизнь. Вот тогда и поговорим. Пошли, ежик. Жулики. Теперь же будет все иначе, иначе будет все теперь. Не будет чай такой горячий, не скрипучий, будет дверь. Ты хочешь что, я хочешь ванной, хочешь просто так жить. Такая новая жизнь, новая жизнь. Новая жизнь, 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 новая жизнь. будем считать, что ты сделала конфетти. Не будем. Это должна была быть снежинка, как у тебя. Может быть, твоя снежинка не хотела быть похожей на мою? Хотела. Я свою снежинку лучше знаю. Я ведь тоже хотела бы быть похожей на тебя. На меня? А что во мне такого особенного? Как будто ты не знаешь. Ты просто идеальная. Вот как такой стать, а? Даже не знаю. Наверное, я просто родилась идеально. Идеально. Так, отличный кадр. Но чего-то не хватает. Ай, ничего, сейчас исправим. Так, натура в порядке. Так, не то, опять не то. Вот оно, приступим. Добрый вечер! С вами специальный корреспондент Игогоша. Я веду свой репортаж из глубинки, где мы познакомимся с местными традициями празднования Нового года. Эй, гражданочка, что это вы тут устраиваете? У нас не зоопарк, между прочим. О, а вот и местные жители. Расскажите, какие новогодние традиции сложились в вашей очаровательной глубинке? А я знаю, кто знает про традиции. Новогодние традиции? Да вроде и нет никаких. А я говорила, у нас тут не зоопарк. Давайте напрягитесь, не позорьте глубинку. Ну мы в снежки играем. Снежки, как это мило. Давно забытая игра в больших городах. Мощно. Телескоп, как следует из его названия, прибор для изучения телесных небес. Простите, вернее, небесных телес. То есть тел. А по-новогоднему ничего нет? Какое чистое небо! Никогда не видела полярную звезду такой яркой. Просто фантастика! Разжигаем огромный костер, гигантский, и под переливы бубна вводим хороводы. Самые смелые и отчаянные потом прыгают через костер, и некоторым даже удается. Да, но это только если ты чист душой и не наломал дров в уходящем году. Какая замечательная традиция. Правда, немного напоминает обряд на Ивана Купала. Скорее всего, оттуда он и был позаимствован вашими предками. Ну, разумеется, нашими предками. Всезнайка тоже мне. Так почти всегда бывает, мир как будто засыпает первый снег. Хорошо, ребята! Молодцы! Снег! И что, нас всех теперь по телевизору покажут? Конечно! Вот здорово! Я бы тоже хотела быть телезвездой, как ты! Так что же мешает? Ты думаешь, у меня получится? Почему нет? Спасибо! Ты просто идеальная! Панди, мы же не успели украсить елку. Хочешь, я научу тебя вырезать красивые снежинки? Ну, мне надо помочь Игогоше. До эфира осталось всего ничего. А как же наша елка? А давай ты сама ее доукрашиваешь. У тебя все равно это лучше получается. Бумажные снежинки. Какая трогательная традиция. Надо обязательно включить это в наш репортаж. Только бы не забыть. Я даже не подозревал, как это приятно, когда у тебя берут интервью. Признаюсь, коллега, я тоже с нетерпением жду этого новогоднего эфира. Может, еще ничего и не будет. Вдруг у этой вашей Игогоши еще ничего и не получится. О-хо-хо, Нюша, можешь не переживать. Игогоша – репортер от Бога. Да. Она просто идеальна. Лосяш, вы надкусили праздничную гирлянду. Не беда, экономный вы мой. У Игогоши запасов хватит на всех. Как с ума все посходили со своей-то Игогошей. Видали, мы и поидеальней. И вообще, сняла свои глупые традиции, так уезжай. Панди! Я так нечестно! Идеально! Берегись! Посмотрим, что вы скажете, когда ваша замечательная Игогоша потеряет свою камеру. Идеальная растяпа! Ой. О, привет! А я тут решила купание в проруби поснимать для Игогоши. Правда, замечательная традиция? Неправда. А я еще хотела быть такой же, как ты. Это не то, что ты думаешь. Я правда собиралась понырять. Вот, посмотри. Да уж, и как-то совсем не идеально получилось. Да куда ты собралась с утра пораньше? А как же репортаж, традиции? Не будет никакого репортажа, потому что я самая глупая журналистка на свете! Вот еще новости. Я забыла нажать кнопку записи в камере и ничего не сняла! И уже ничего не успею к эфиру! Как? Вот так. У меня никогда ничего не получалось. Поэтому меня и послали на самое неинтересное и простое задание. Но я и тут всех подвела. Жалкая неудачница. Да нет, ты же это репортер от Бога, просто идеальная. Как видишь, я совсем не такая. А я ведь вся обзавидовалась из-за тебя. Ты ж такая классная. Так было обидно, что кто-то лучше меня. И так тебе хотелось твоим же микрофоном полбу дать. Спасибо. В смысле, за искренность, а не за то, что микрофоном греть хотела. А знаешь что? Пусть мы обе и не само совершенство, но если объединить все наши плюсы, на одну идеальную журналистку должно хватить. Ты это к чему? Пусть время торопится, повременим. Спешить вслед за ним — это дело не наше. Нарядные дни и бесцветные дни смешались в одну разноцветную кашу. На белом листочке пустом возник нарисованный дом, и мы с этих пор в доме дом проживаем, хоть верится в это с трудом. Так, тик-так, стрелки часов отмеряют минуты. Так, тик-так, как-то вот так и рождается чудо. Спешит электричество по проводам, боясь опоздать на свидание с эфиром. Скрипит карандаш и мерцает экран, и шарик смешной улыбается миру. Растет нарисованный дом, кто знает, что будет потом. Пока на листочке мы все поместились, хоть верится в это с трудом. Так, тик-так, стрелки часов отмеряют минуты. Так, тик-так, как-то вот так и рождается чудо. Вот такие у нас в глубинке новогодние традиции. С Новым годом! С Новым годом! Ура! С новым счастьем! Ах ты, Фонди! Новый год! Итак, завтра начинаем конкурс. Каждый приготовит по 3 загадки. И кто отгадает больше всех, тот и станет победителем. Стой, а ежик и все без застежек. Что это? Да. Не знаешь, а я знаю. Это... А что это? Огурец. Огурец. Ежик, какой огурец? Кусает, не кусает, а потом не пускает. Сидит девица в темнице, а коса на улице. А? Что это? Морковка. Кажется, я опять займу последнее место. мы молодой весны гонцы. Она нас выслала вперед! Дружище, ты не мог бы бубнить в другом месте? Краснолицей. Что? Я репетирую! Ты сбиваешь меня, когда бубнишь! Что ты говоришь? Что ты там бубнишь? Загадки придумываю! Ты будешь участвовать в конкурсе? Я занят! В другой раз! Надо было и мне отказаться. Ну вот, например, хорошая загадка. Зимой и летом одним цветом. Что это? Рояль. Хорошая загадка. Но дело в том, что мне тоже предстоит отгадывать. Слушай, а как ты на таком расстоянии услышал, что я бубню? Дружище, ну у меня же все-таки талант. Только с очень хорошим слухом. С абсолютным. Можно стать хорошим музыкантом. Слух у меня такой чуткий, что... слышит и то, что лучше и не слышать. Докажи. Запросто. Ха-ха-ха, я буду первый. Теперь не только оглушительно красивый, но и сногсшибательно умный. Ведь никто не отгадает. В золотой клубочек спрятался дубочек. Желудь. Дружище, тебе не кажется, что ты выбрал не совсем честный путь к победе? Это будет не моя победа. Это будет твоя победа. Ну хорошо, но только в последний раз. Ежик, если ты хочешь поддержать меня в конкурсе, ты должен болеть за меня так, чтобы я чувствовал твою поддержку. Ну, давай, покажи, на что ты способен. Угу. Тупи, лири, Крош, лучший отгадчик в мире. О, как хорош, о, как хорош, о, как хорош в загадках Крош. Отлично! И не забывай про ударов! Мои уши! Мои уши! Спасите мои уши! Зачем я с тобой связался? Это неправильно, вы понимаете, что так нельзя? Это нечестно! Ага! Как за нами подслушивать, так это честно! Да! Пойдем спросим у всех, честно это или нет! Не надо! Хорошо, я сделаю это для вас. Но только один раз. Отличная загадка. Отлично. Но не будет ли для них гипотеза Понкаре слишком легка? Чешет голову. Да, это слишком просто. Ага, попались! Мне Бараш все рассказал. Карыч, ну-ка пойдем со мной. Ты должен мне возместить моральный ущерб. Нет, пусть сначала возместит нам. Прекратите! Вы же мой талант используете в самых подлых, самых низких целях. Как вам не стыдно? Что это? Что с этим миром? Бесценный дар используют как инструмент обмана. О, вот она, трагедия таланта! Странно. Карыч подслушивал, а стыдно должно быть нам. Ежик, а я все слышу. Я все слышу. Так что же делать мне? Бороться или умереть? Быть или не быть? Вот в чем загадка. Кстати, хорошая загадка на конкурс. Быть или не быть? Бороться или умереть? Умереть или бороться? Боюсь, что для них это будет слишком просто. Эх! Вот! Мух! Оп! Оп! Тебе надо было надеть сапоги. После дождя трохи сильно размыло. Тому, кто умеет правильно прыгать, ух, эти лужи не препятствие. А в лодке сапоги бы мне только мешали. Оп! Ты умеешь правильно прыгать? Да, смотри. Рассчитываешь разбег, чтобы последний шаг был сделан толчковой ногой. Потом отталкиваешься вверх под углом 45 градусов, ну, это дает максимальную дальность. И выкидываешь руки, получая дополнительный импульс. И... А что, собственно, смешного? Ты, наверное, прыгнул под другим градусом. Очень может быть. Но что смешного в том, что твой друг в грязи и, возможно, даже себя отшиб кое-что. Ну, извини, я не хотел тебя обидеть, но это было так смешно, что никто бы не смог удержаться. Дополнительный импульс. Приличное животное всегда может удержаться от того, что делает плохо другому животному. И от смеха. Тем более от смеха. Чтобы преподать вам урок учтивости и самоконтроля, я не буду даже улыбаться целую неделю. Да ты не продержишься и дня. Мир слишком смешон для этого. Да уж, некоторым-то достаточно и палец показать. Ставлю все свои удочки и лодку, что не пройдет и недели, как ты будешь и улыбаться, и ржать, как лось. По рукам, друг мой неотесанный. Куда ты? А рыбалка? Не смешно. Попробуйте другую шутку. Да я даже не буду пытаться смешить тебя. Ты просто думаешь, что в течение недели никто этого не увидит. Но ты ошибаешься. Я буду следить за тобой. Ой! Вы не могли бы перестать всюду таскаться за мной? Должен признаться, что с некоторых пор меня тяготит ваше общество. Да! Может, тебе тогда сразу и лодку, и удочки отдать, чтоб ты посмеялся над простаком Копатычем, а? Я имею право следить за исполнением нашего пари. Я вижу, ты улыбаешься в темноте. Ладно, можешь выключать свет. Только учти, улыбочки во сне тоже считаются. Не беспокойтесь, пока вы здесь, мне будут сниться только кошмары. Ребята, мне не нравится, что происходит с нашим другом Лосяшем. Он уже второй день ходит мрачный и даже ни разу не улыбнулся. Я пробовал его развлечь сам, но потерпел это, как его, фиаско. Вы самые веселые и смешные из всех, кого я знаю. Я очень надеюсь на вас. Ну, улыбнись же, улыбнись. Я же вижу, что тебе хочется. Это ж смешно. Это же очень смешно. Ну, улыбнись хоть чуточку, а? Ну, не будь свинью. Ребята изо всех сил стараются. Ты жалок в своем стремлении рассмешить меня таким кривлянием. Он вывихнул челюсть. Что он ей делал? Смеялся. Понятно. Сейчас вправим. Так, неделю рот не разевать, есть жидкую кашу и пить из трубочки. Да, и ни в коем случае не смеяться. А я слышал, что смех лечит. Ха-ха. Лосяш, ты улыбнулся. Ты проиграл. Ха-ха-ха. Эмоциональней. Ха-ха, Лосяш, ты улыбнулся, ты проиграл, проиграл! Я же тебе сказала не смеяться. Не можешь терпеть? Поставим тебе лангеты. Ты думаешь, что упрямее меня, да? Ты сказал, что не улыбнешься, чего бы тебе это ни стоило. И тебе это пока ничего не стоило. Я, возможно, больше никогда не смогу смеяться, как прежде. Но я пострадал не напрасно. И сегодня ты будешь смеяться, потому что сейчас ты услышишь самый заразительный смех на свете, против которого невозможно устоять. Неужели это никогда не кончится, друг мой неустанный? Копатыч? Я слышал, что ваша неучтивая смешливость сыграла с вами злую шутку, но не подозревал, что настолько остроумную. Ты проиграл, надменный упрямец. Ты проиграл. Ха-ха-ха. Но у вас и рожа, милейший. Видели бы вы себя со стороны. Теперь ты можешь смеяться сколько угодно. Ты проиграл. Ты не представляешь, как мне сейчас больно смеяться. Не будь гадом, я сейчас не выдержу. Ежик, это не ты там смеешься? Да, кажется, я. Я и не знал, что ты так умеешь смеяться. Да я и сам не знал, пока Копатыч не попросил. Ты умеешь смеяться по заказу? Я считаю, что приличное животное должно уметь смеяться, когда это кому-нибудь нужно. А Копатыч был в таком отчаянии, в таком горе, что отказать было невозможно. Вот, сейчас будет хороший момент. Ё-ё-ё-ё-ё-ё! Всё! Не могу больше! Конец! Это такая блесна! На нее все клюет! Вот увидишь, мы поймаем много рыбы, и все скажут, какие мы молодцы! Как мы с пользой провели время! Молодые люди! Вы к озеру? Да. Передайте Копатычу. Вам все равно по пути. Ну, хорошо. Это хорошо, что мы ничего не поймали. Все скажут, какие вы молодцы! Не нарушили в озере хрупкое экологическое равновесие. Ребята! Отдайте это Сауне. О, пожалуйста. Мы вам что, почтальоны, что ли? А вам все равно по пути. Ежик, а что, если нам и вправду открыть почту? Ой. Кто там? Тебе посылка. Это что? Это квитанция. И что мне с ней делать? Придешь с ней к нам на почту, и мы с Ежиком вручим тебе посылку. Ой, я же... Вот вам ваша квитанция, давайте быстрее мою посылку. Заполнить надо. Данные получателя? Дайте мне чем-нибудь заполнить. Карандаш какой-нибудь, что ли. Вообще-то со своим приходить надо. Что? Опять квитанция? Нет, это опрос. Нравится ли вам наша почта и как бы вы хотели ее улучшить? Нравится? Я вам сейчас скажу, как она мне нравится. Хотя нет, постой, мне нужно Пину часы передать. Отнесешь? Конечно! Ох! Приходи к нам на почту, заполни квитанцию! Как мы раньше без почты жили? Раньше и слать-то ничего не хотелось. И никого. Нет-нет, молодцы, ребята. Может, и мне кто-нибудь что-нибудь пришлет? Неправильно заполнено. Иди переписывай. Мне есть что-нибудь? Может, до востребования? Нет, Карыч, нету. Здесь, кстати, очередь. Я не получать и не отсылать. Я возмущаться. Почему моя посылка вся пропахла маринадом? А что у тебя было в посылке? Это не важно. Важно, что все пропахло каким-то маринадом. Я этого так не оставлю. Посылки нужно сортировать. Как минимум на те, в которых есть маринад, и на те, в которых его нет. Возмутительно. Ну и как в таких условиях работать? Да сумасшедший. У меня особый заказ. Только если его особость не нарушает правил нашей почты. Мне нужно, чтобы эту посылку доставили адресату в определенный день и час. Тебе повезло! Теперь у нас есть такая услуга, как посылка с доставкой. Это очень хорошо. Бараш, а... Где посылка? Где посылка? Я же просил. Это было важно, чтобы она была доставлена в определенное время. Где она? Бараш, у нас с Ежиком из-за ваших посылок и так никакой жизни не осталось. Дай хоть пообедать нормально. Ну, что там у тебя? Где моя посылка? Ребята, мне ничего не приходило. Может, до востребования? Да подожди ты, дай с Барашем разобраться. Ежик, куда мы отдали посылку Бараша? Сортировочный цех. Лосяш теперь сортирует посылки, где есть маринад, а где его нет. Да, помню, была. Маринада там не было. Где моя посылка? Я отдал ее Копатычу. Что? Кто-то послал посылку с розыгрышем. А не всякое сердце, понимаете, выдержит хороший розыгрыш. Теперь у нас есть Копатыч, который проверяет посылки, нет ли там всяких хороших и опасных розыгрышей. Вы все с ума посходили! Я не хочу, чтобы копались в моих посылках! Ты зря беспокоишься! Копатыч очень аккуратно копается. А, помню, никаких опасных розыгрышей. Молодец. Давай ее сюда! Понимаешь, обычно у меня все получается аккуратно. А писем мне не было. Да подожди! А на твою посылку села огромная противная муха. И сам скажи, как было ее не жмахнуть, а? Где посылка? Да ты не беспокойся. Там чуть-чуть коробка помялась, и мешок самую малость порвался. Я отдал Савуне. Она зашивает так, что ничего не будет видно. Ты не беспокойся, я зашила очень хорошо. А где она? Я поначалу хотела отдать обратно Копатычу, а потом подумала, ну их с этой почтовой канителью, отнесу сама. Взяла ее, несу. Устала, села на пенек. Сижу, идет Нюша. Говорю, Нюша, отнеси, пожалуйста, по адресу. Она и понесла. Ты отдала посылку Нюше? Ну да, именно ей. А кому еще? Откуда я знала, что это посылка мне? Там было написано «Моей прекрасной Н». На «Н» много чего начинается. Нога, не втерпешь, навуходоносор, няня. Ну там же ясно был указан твой адрес. Розовый дом с ромашками. Я перекрасила его в цикламеновый. И куда ты дела посылку? Так я отнесла ее обратно отправителю. Она у тебя дома. Либо почта что-то сделала с нашими мозгами, либо наши мозги сделали что-то не то с почтой. Бараш, ты не с почты возвращаешься. Там нет для меня чего-нибудь? Есть. Вот несу тебе. Странно. Ни адреса, ни имени, ни от кого, никому. На нашей почте еще не такое бывает. А я знаю, от кого она. Да ну? Да. Давным-давно далеко отсюда был у меня друг. Настоящий друг. И однажды он попал в запутанную историю. Вокруг него вдруг стал твориться хаос. Вдруг стал твориться. Да хаос нас окружает постоянно. Весь мир как почта. Мало того, что мы шлем не то и не тем, так это еще и не доходит. Да слушай историю до конца, и ты поймешь, что это не так. Доходит всегда то и как раз тем. Просто не всем дано понять сложные механизмы почты. Так что там с твоим другом? Так вот, попал, значит, мой друг в запутанную историю. На 3000 оборотов давление в системе начинает расти, а на 5000 слышится посторонний шум, и все разлетелся на мелкие кусочки. Причина есть только одна. Мой собственный глупость. Я должен был сначала все проверять на холостом ходу, а уж потом подключать приводы. Пусть это послужит мне уроком. В остальном все более-менее нормально. Гостей нет. Погода, наверное, хорошая. Точно не знаю, давно не выходил. Здоровье тоже нормальный. Настроение не очень. Я решил добавить немного смазка и надеялся, что это решит проблему. Но все получается не так, как я хотел. Проклятая сила трения! Кто только мог тебя придумать! Ты что, это репетируешь? А что за речь? По какому поводу? Я не репетировать. Я говорить про мой несчастный жизнь. Это мой звуковой дневник. Хорошо придумал. И руки не устают. Первое по 10 февраля. Можно? Пожалуйста. Я помню, в начале февраля стояла удивительная погода. Было солнце, легкий морозец, поземка. Я больше никогда не брать в руки этот железяка! Я делал этот механизм 10 дней, но он плохо получается! Как смешно! Как смешно! Я сейчас умираю от смеха! Я забыл вставить предохранитель, и весь генератор сгорит! Что-то позитива маловато. Такое ощущение, что у тебя в жизни только катастрофы и неприятности. А какой смысл бубнить микрофон, когда у тебя все хорошо? Когда у тебя все хорошо, ты ходишь к друзьям и радуешься жизни. Тебе не до дневников. А зачем вообще тогда все эти записи? Это путь моих ошибок. Тот, кто не хочет учиться на своих ошибках, будет слушать мой дневник и учиться на ошибках Пина. Боюсь, что по этим записям можно научиться только стонать, причитать и ругаться. Ладно, мне карандаш механический подарили. Я жму, а грифель никак не вылезает. И... Гений. Вот взял бы и продиктовал. Какой я молодец, я подчинять для добрый бараш его карандаш. Если я буду такой ерунда записывать, у меня никаких пленки не хватит. Ладно, спасибо. Слушай, бараш, ты писатель. Ты умеешь правильно выражать мысли. Я так не умею. Сделай мой дневник, чтобы было понятно. Пропадает же добро. 27 декабря сломался масляный насос, закоротила попу. Попу? Помпу! Проанализировал все этапы работы механизма поочередно, принял решение поменять фильтр. Так, 2 января полетел, нет, сломался. Какой шпиндель? Бир, шпиндель. Это деталь или ругательство? Ты есть глупость. Ты должен был сначала проверить. Глупый неудачник. Nein, я хотел как лучше. Я учился на ошибках. Глупый, неумеха. Я все подчиняю. Это все работает. Откуда мне знать? У меня нет этой информации. Ты этого во мне не оставляет, глупый пингвин. Немного записывать в тебя про погоду. Говори мне про погоду. Не умею. Шпиндель. Ага, вот ты где. Не мешай. Шпиндель. Сам ты Ага, значит, все-таки ругательство. Ты починил карандаш, который я тебе подарила? И вообще, что ты здесь делаешь? Шлифт, механизм, я тебя ненавижу! Шлифт, das ist Schrott, Schrott, Schrott! Это какой-то ужас! Ненавижу! Ему нужно показать, как нужно вести дневник. Шпиндель. Так, ага, так, значит... Ну вот послушай. Сегодня я была такой нарядной, одела розовую ленту. Этого никто не заметил или сделал вид, что не заметили. Но она мне так шла, что я чувствовала себя легко, непринужденно и по... Это никому не нужно. Что? Это никому не нужно. А Пин делает записи для таких же сумасшедших, как он, чтобы они не повторяли его ошибки. Давай разбудим Пина и узнаем, нужно это ему или не нужно. Пин! 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 Пин, вот послушай! Я качалась на качелях, и мне пришла в голову гениальная мысль. Бараш на меня глазел, словно муха на сладкое. Он словно хотел меня съесть. Я же была нарочито холодна и делала вид, что читаю книгу, принимая различные изысканные позы. Что? Неужели ты не видишь здесь никакой полезной для тебя информации? Я захотел, чтобы работа шла быстрее. Пришлось немного поизобретать. Садись сюда. Будешь редактировать то, что пишет распознаватель речи. Эта машина была ошибкой, Пин. Нужно было писать вручную. Да, последней ошибкой. И, увы, возможно, единственной, которую я запомню. Пора начинать с чистого листа. Пора. Вот такой был насыщенный и содержательный день! Я тебя искал повсюду, ты пришла ко мне из сна. Я не мог поверить чуду, но в душе моей весна. Как ты думаешь, Пин, Нюше понравится? Я, натюрлих! Как такой может не понравиться? Знаешь, Пин, ты... Что? Извини, дружище, я плохо слышать из-за большой шум. Эти стихи я написал для Нюши. Ну, как? Сейчас посмотрим. А кто сейчас не занят-то? О, Нюша, Нюша, Нюша! Ну, что сказать? О, Боже! Как ты сказал? О, я так рад, что тебе понравилось мое стихотворение, но вот послушай следующее. Гораздо лучше. А, о! Эх. Эх. Вот, так будет лучше. Так вот, волшебница. Вы чего тут толпитесь? Что-то в этом году Копатыч долго не просыпается. Мы волноваться? А чего тут волноваться? Как затопляет камыши волнение после шторма, ушли на дно его души ее черты и формы. Не советую. Если меня будет, когда я еще не выспалась, так я потом целый день на ходу досыпаю. А Копатыч, наверное, целый год досыпать придется. Естественно, он же мужчина. А чего это у вас тут за собрание? Бараш, а ты откуда взялся? Копатыч до сих пор не проснулся. Мы волнуемся, не случилось ли чего-нибудь. Да, ничего с ним не случилось. Страшного. Особенно. Копатыч, уже есть лето. Нюша. Найн, я есть пин. Стоприм утром, Копатыч. Копатыч, ты чего, спросонок, огородами ошибся? Так я, понимаешь, шел мимо. Дай, думаю, розу посажу. Это чтоб Нюше красиво, значит, было. Копатыч, это моя прерогатива — делать Нюше красиво. И не любит она розы вовсе. Неудобно как-то получилось. Как ты думаешь, Нюша рассердится? Ладно уж, прикрою тебя. Может, на меня и не рассердится. Давай лопату, прячься. Спасибо, Бараш! Спасибо, дружище! У меня есть сердце, а у сердца песня. Какая прелесть! А я тут шел, понимаешь, мимо. Дай, думаю, розу посажу. Потрясающе! Карыч, а правду говорят, что во сне можно, например, иностранные языки учить? Вот будто бы ты спишь, а тебе про все рассказывают. А потом ты просыпаешься и все помнишь. Ну, иногда такая штука срабатывает. А почему ты спрашиваешь? Да так, вот думаю, не наслушался ли Копатыч во сне каких-нибудь глупостей. Копатыч, мне надоело тебя прикрывать. Вот возьму и скажу Нюше про твои на старости лет шалости. Что ты, Бараш, не надо. Я, понимаешь, сам удивляюсь. Что за ерундовина? Что не возьму сделать, все получается Нюша. Ничего другое у меня не выходит. А ты попробуй. Ну, Копатыч, это в последний раз я за тебя отдуваюсь. В последний раз. а у песни тайна, тайна это ты. Бараш, ну ты даешь. А, Нюша, да так, пустяки. Вдохновение нечаянно нагрянуло. В этом году золотую медаль международной выставки земледельца получил Копатыч со своими новыми грушами Нюшес. Копатыч, традиционно первый вопрос. Как вам удалось вывести такие вкусные груши? Я вывел эти груши в честь одной прекрасной дамы. Она в последнее время сильно вдохновляла меня. Копатыч, скажите нашим радиослушателям пару слов о своей победе. Эту победу я посвящаю несравненной Нюше. О, Нюша, о, спасибо тебе за Нюшес! Копатыч! Ты уже спишь, что ли? Я же должна тебе сказать спасибо! И вообще... Нюша пропала. Осталось только вот это. Вон там еще одна. Сделай же что-нибудь. В этом случае медицина бессильна. Она просто спит. Это что? Заразно. Как тебе сказать? Нюша, наверное, как приемник настроилась на волну Копатыча. А когда он заснул, она тоже заснула вместе с ним. Наверное, она стала немножечко медведь. Ух ты! Теперь у нас будет 3 медведя. Да не расстраивайся ты так, Бараш. Вот увидишь, весной они оба проснутся. И что, совсем ничего нельзя сделать? Ну, почитаем книжку на ночь. Вредители – одна из главных проблем, с которой неизбежно сталкиваются все огородники и садоводы. Вот о чем надо думать порядочному садоводу. Так, на какой-то этой странице. А, вот. Вырождены меня терзать и речью ласково-холодной, и принужденностью свободной, и тем, что трудно вас понять, и тем, что жребий проклинать я поневоле должен с вами, за тем, что глупо мне молчать и тяжело играть словами, вырождены меня терзать.